Век высоких технологий и развивающейся медицины до сих пор остаются болезни, от которых не существует средств лечения. К ним можно отнести рак, болезнь Альцгеймера и ПИКа, а также СПИД, синдром приобретенного иммунного дефицита, заболевания, которое поражают систему защиты организма от инфекций. Начиная с 30-х годов XIX века, эта смертельная болезнь завоевывает мир. В настоящее время не осталось стран, где ею не болеют. Число заболевших в Артемовском городском округе также непрерывно растет. Поэтому нужно быть предельно осторожными, когда ведешь беспорядочную незащищенную половую жизнь или используешь нестерильные шприцы и иглы. Узнать свой ВИЧ-статус несложно. Стоит только пройти безболезненный тест. Ведь чем раньше узнаешь результат, тем эффективнее будет процесс лечения. Медицинская помощь и сопровождение являются бесплатными и доступными. Благодаря этому люди с ВИЧ могут жить полноценной жизнью.